Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Моршанском районе, село Ваново, хозяйство ООО «Агрострой-М». Что такое «Агрострой-М» для нас? Это трактора «Кировец», посевной комплекс «Селфорд», сеялка «Кинза», куча прицепных наших агрегатов, вкусные обеды, а теперь еще и полный парк автопилотов со станции РТК. Поехали! Весна, 2023 год. К нам приезжает сотрудник компании ПФ Левин Влад и говорит дословно: я готов вам установить подрулящее устройство на ваш КАМАЗ-опрыскиватель, ну и запустить его в работу. Мы согласились. Спустя некоторое время ребята нам еще установили станцию РТК. Все блестяще, вопросов никаких нет. Благодарны компании ПФ и лично Владу. Они заставили наш КАМАЗик ездить без водителя, без помощи водителя. До сих пор он у нас работает, он у нас в работе. Очень хорошо себя показал, зарекомендовал. За следом мы установили на трактор «Кировец» подрулящее устройство. Трактор «Кировец» поработал у нас с весны с разными орудиями. Потом мы поставили еще на один трактор «Кировец». Тот тоже поработал с разными орудиями. И еще поставили на трактор «Кирюша». Как я вижу и как я понимаю эту тему, у нас была постоянная беда следующая. Наши механизаторы не хотели оставлять огрехи, заезжали на обработанную землю, там где-то на полметра, 30 сантиметров, 40 сантиметров. Это вызывало, то есть, усталость механизаторов. Механизаторы постоянно смотрят за этой чертой, то есть, ну, это приводит к усталости. Благодаря оборудованию мы исключили лишнюю работу, лишний расход топлива. Для нас сегодня важно, чтобы наш человек особо не уставал на своем рабочем месте.